Добрый день, читатели сайта КП в Украине. Сегодня у нас в гостях соавтор и генеральный продюсер проекта «Орел и Решка», генеральный директор Teen Spirit Studio Елена Синельникова. Добрый день всем. Здравствуйте. Сегодня мы узнаем, как же выбирают ведущих на проект «Орел и Решка», может ли человек из народа туда попасть, и, в общем-то, все секреты этого телепроекта. Ну, наверное, все секреты не получится раскрыть. Ну, мы постараемся. Начнем тогда с главной темы, ведущие. Да, очень много вопросов было. Да, сейчас, возможно, кого-то я обрадую, кого-то огорчу. На данный момент у нас пока нет определенности с ведущими на следующий сезон. И, конечно же, шансы есть у каждого попробоваться, если вы в возрасте от 20, 22 до 30 лет. Это могут быть и мальчики, и девочки. Кастинги специально мы проводили не один раз. И специально мы их проводить сейчас не будем, но в эпоху наших современных технологий, социальных сетей, те, кто хочет себя показать, он всегда прорвется. Очень часто пишут мне в личное сообщение на социальные сети, продюсерам проектов, которые на Teen Spirit работают, тоже пишут. Единственное, что могу сразу сказать. Сообщение, что меня зовут Елена, мне 25 лет, я очень хочу быть ведущей «Орла и Решки», не работают сразу. Они даже не рассматриваются. То есть, если вы хотите, вот вы чувствуете, что вы можете, что вы достойны и вы очень интересны будете зрителям, нужно сразу же присылать коротенькую видеовизитку на одну минуту. А чем она должна быть? Все что угодно. Не нужно полминуты рассказывать о том, сколько мне лет, чем я занималась, чем я буду заниматься. Нам это совершенно не интересно. Интересно, как ведущий, как человек ведет себя в кадре, как он может импровизировать, как он может общаться с прохожими людьми. Или интересно рассказать о своем любимом месте в городе, будь то это на улице или в помещении, или это ресторан, кафе, квартира, неважно. Главное, чтобы это было интересно. Мы смотрим на то, сразу же передается ли что-то через камеру от человека, есть ли там эта глубина или юмор, или, ну, я не знаю, все, что может зацепить. Нету определенных критериев, что ведущий должен быть там 90-60-90, он должен выглядеть так или говорить именно так. Тут оно, я уже не один раз говорила, либо торкает, либо не торкает. Вот он цепляет тебя, тебе интересно смотреть следующие 15 секунд или неинтересно? Поэтому все в ваших руках, вы можете присылать мне лично на страницу Teen Spirit эти визитки, мы их просматриваем. У меня обычно это очень много сообщений приходит, я не всегда их могу рассмотреть, я так выбираю раз в неделю, я сажусь тихонечко, беру кофе и просматриваю всех. Бывали случаи, что я находила сообщение, которое двухгодичной давности, недавно девочка, я ее почему-то не пропустила, видно, я была в кругосветке, или, ну, не помню, почему я не просматривала эти личные сообщения. А тут, блин, какая симпатичная, классная девчонка. Я ей даю описание, говорю, ой, а я уже родила. То есть 2 года прошло, к сожалению, так мы с ней не попробовались. Так что пишите. Хорошо, такие снимайте, вопросы. Снимайте, главное снять. Возраст должен быть 22-30 лет. Были вопросы, нужно ли обладать каким-то обязательным образованием, нужно ли обладать какими-то навыками, например, иметь водительские права, знать хорошо английский, цвет волос, я не знаю, рост, вес, что... Как я уже сказала, конечно, для нового сезона, у нас новый сезон в следующем году, моря и океаны, то есть представляем это пляжи, белоснежный песок, купание, конечно же, хочется девочку, чтобы она была красива, да, хотя у каждого свои понятия красоты, никого не, я тоже не совершенно, но... Да, она должна быть, конечно, такая более-менее спортивная. Никакими специальным образованием совершенно не нужно обладать. Потому что если бы мы еще искали с каким-то образованием, мы бы вообще не знали, кого нашли. Нет, конечно же, в идеале английский язык, но это тоже не принципиально, это в идеальном мире нашем, я говорю. Конечно же, в идеале иметь права водительские. В идеале уметь дайвить, водить яхту, это все понятно. Нет, на самом деле самое главное должно быть, чтобы, если человек интересный,
вот он в кадре интересный, и, конечно же, умеет сформировать свою мысль, то больше, в принципе, ничего такого строго необходимого не нужно. Ну, вот последняя ведущая, она, которая с Антоном Птушкиным, известный блогер. Это тоже может быть какой-то фактор, что человек известный блогер, нет. У нее есть уже какая-то зрительская аудитория? Нет, совершенно нет. Просто так, так совпало. Она просто очень понравилась, потому что она была другая. Она была не такая, как Регина, как Леся, как остальные девчонки. Да? Она была другая, вот такая вот пацанка. Мне это очень понравилось, потому что можно было уже как-то по-другому подавать информацию о тех же городах, в которых мы уже были до этого не один раз. Поэтому так совпало, что она блогер, и, ну, в принципе, это тоже круто. Но это совершенно не обязательно. Но у вас были кастинги не только, вот живые кастинги, да, не так давно, я так понимаю? Были, да. На каком-то форуме. Сколько, интересно очень, сколько человекам пришлось отсмотреть? Я лично не отсматривала всех. То есть мне уже приносили отдельные видеоролики отдельных людей, которые, ну, которые подходили вот для «Орла и Решки». Насколько я знаю, было очень много. Последнее что-то 170 человек было, если я не ошибаюсь. То есть сейчас кастингов живых нет, потому что спрашивали, будут ли кастинги в Украине, в России, в разных странах. Если вы хотите попасть на «Орел и Решка», присылайте видеовизитки на адрес, который указан где? На сайте «Орел и Решка» или где? Ну, у нас есть соцсети. Все, кто хочет, он всегда узнает, кому. Ну, вы же знаете, главное, еще же хорошо, чтобы у ведущего была напористость. Вот он пусть находит. На самом деле это шутки, но мы в поисках ведущих находимся все время. У нас нет такого, что просто мы не можем проводить кастинги каждую неделю. Ну, это невозможно. Во-первых, приходят одни и те же люди очень частенько. А, во-вторых, оно не принесет результат. А, если вот мы сами ищем, сами роемся, как правило, это в интернете, в тех же вот среди блогеров, среди просто друзей. То есть... Всегда, даже если начнется сезон с новыми, не даже, когда начнется сезон с новыми ведущими, все равно нужно присылать, потому что, понимаете, профессия ведущей «Орел и Решки», она недолговечна, потому что очень устают ребята, и, во-первых, просто, может быть, обычно осталось, во-вторых, это все-таки связано со здоровьем очень много, потому что вылазят и болячки, хочешь ты этого или не хочешь, и можно выпасть на долгое время. Поэтому мы всегда присматриваемся к новым лицам, потому что ситуации могут быть разные. Кстати, пункт к качествам ведущего еще отменное здоровье нужно добавить. Я так понимаю. Ну тут уж никогда не проверишь, пока не полетишь. Да, ну 170 человек на живом кастинге не так уж и много. Я думала, там к вам тысячами идут, потому что проект очень популярный. Ну, оно всегда, я говорю, это последний, который был недавно в контексте какого-то мероприятия, насколько я помню. Но на самом деле, ну, присылайте, не стесняйтесь, всех смотрим, всех. Достаточно много критики было в адрес новых ведущих. И Антон Птушкин, и Пете досталось. Сколько вот по времени нужно человеку, чтобы раскрыться, чтобы его полюбил зритель? Смотрите, срок пребывания в эфире должен быть год у ведущего. Только через... Ближе к концу этого года зритель начинает привыкать, начинает видеть не только сразу то, что мне не нравится. Вот мне не нравится, и все, мне не нравится, я не хочу смотреть, и пишут. Я уже не злюсь на зрителей. Раньше злилась страшно. Мне это прямо каждый комментарий меня доводил просто до белого коленя. Сейчас я уже поспокойнее, потому что это мы происходили, такие вещи происходили с каждым ведущим. Самым сейчас любимым. Эту бедную Регину, когда она с Колей появилась, просто, я не знаю, так как ей досталось, и, ну, нашим новеньким еще... В адрес Регины да, было очень да, много очень критики, много, да? Очень. Сейчас все пишут... Зритель-то не помнит уже после 3 лет, а я-то все помню. А сейчас она как самая любимая ведущая, ну, одна из самых любимых для кого-то больше, чем все остальные. Так что я к этому отношусь спокойно. Это, во-первых, что зритель привыкает. А во-вторых, ведущие, они же люди.
они брошены в определенные неудобные для них обстоятельства. Они там никогда не были. Им тоже, так как времени работать нет, то, знаете, там куча репетиций, а давайте тут так попробуем, такого нет. Им приходится сразу же с первой программы, с первой минуты въезжать, что происходит, и ориентироваться. Это же вам так, вы смотрите смонтированную программу, все там, музычка уже есть, текст лежит, все хорошо. А ведущие, они же находятся в экстремальных ситуациях постоянно. Постоянно. И когда ты не умеешь, например, о том, о чем мы говорили, что не обязательно иметь профессиональное какое-то образование, соответственно, если у тебя нет этого образования, ты привыкаешь, камера тебе говорит, ты сюда не посмотрел, ты сюда не стал, ты тут не отреагировал, режиссер кричит, что же ты несешь, говорит, что другое. И вот ведущие, пока они привыкают к этим обстоятельствам работы на камеру, в чужую, совершенно в стрессовой обстановке, по сути. Конечно, разные климатические условия, он тут летел 15 часов, тут ему через 3 часа в кадр становиться, ну это очень сложно, поверьте, это очень сложно, даже мне сложно, если мне так раз и поставить меня перед камерой, хотя я уже знаю эту программу вот так вот до мелочей. Поэтому на протяжении, вот с каждым выпуском они тренируются, они набираются опыта, они осваиваются, они уже понимают, как себя повести здесь, как здесь отреагировать, а здесь нужно подать, а здесь нужно немножко эмоцию убрать. И поэтому они, конечно, со временем становятся лучше, лучше, интереснее. И у них уже появляется этот опыт, который передается зрителю. Поэтому год. Как бы ни крутили мы, какие бы ни были гениальные ведущие, или, я не знаю, что бы мы ни делали, год нужен для того, чтобы и зритель привык, и ведущий освоился. В свое время, когда не было ведущего мальчика, Женя Синельников заменил одного из ведущих. Сейчас, когда у вас с ведущими опять беда, проблема, нет, не было идеи, чтобы вы встали в кадр? Нет, честно, ну, каждый должен заниматься своим делом. Нет, конечно, нет. Я нет. Я очень авторитарна. Со мной бы сложно справиться в кадре. Хорошо, расскажите о новом сезоне «Орла и Решки». Вот то, что мы увидим, уже есть информация, что будут звездные пары участвовать, да, звездная пара ведущих. Что это будет? Это мы решили поэкспериментировать. Перед новогодним, вот у нас последний предновогодний месяц, и мы захотели сделать вот такой вот необычный сезон, попробовать звезд, так сказать, поиздеваться чуть-чуть над ними. Очень будет интересный сезон, правда, интересные герои. Мы объединили, мы взяли вот... Так мы называем звезды, так и будем называть их звезды, ладно. Звезду, и взяли одного из ведущих «Орла и Решки», которых давно не было. Мы соскучились по ним очень сильно, нам хотелось их еще раз увидеть. И вот в это воскресенье будет первый премьерный выпуск звездного сезона. Это вот Катерина Варнава с Колей Сергой. Очень крутой выпуск будет, это будет «Африка». И... Варнава прекрасна. К сожалению, не смогла с ней поработать, я так дико хотела, фанатка. Я большая фанатка Comedy Woman, это не знаю, программа, которую я смотрю. Вот. Не удалось мне с ней поработать, но ребята были в восторге. Очень веселый, будет классный выпуск. В списке ведущих, вот я смотрю, написано у нас Варнава, Жанна Бадоева, Чехова, Алан Бадоев, Лобода, Рева. Вот если, допустим, взять, уже сняты эти все сезоны, все выпуски, сняты, да? Кого-то из этих звезд можно потенциально взять новым ведущим? Новый Ни сезон? В коем случае. Почему? Ну, потому что они очень заняты. Для того, чтобы снять эти несчастные 5 выпусков, мы сдали очень много крови, потому что у них свои графики, это еще и осень, перед Новым годом, ну как бы конец года, у всех куча много работы, понятное дело. И состыковать наши графики, наши под эфиры, мы не можем раз на год их утверждать. Поэтому пока мы соединились все, на самом деле мы же там многих хотели, многих обзванивали, но по графикам просто не могли совпасть. Поэтому если со звездами и делать, ну, я не знаю, намного заблаговременно нужно. А были ли проблемы, учитывая их звездный статус? Вот смотрю фамилия Рева, сразу вспоминаю его песню «Я звезда, как тяжело быть звездой», да? Вели ли они себя как капризные звезды или как профессиональные ведущие? Вот я вот понимаю вас, вот я знаю, что вам
нужно, чтобы я рассказала какие-то пикантные подробности, но их не было. Ну, то есть они работали как профессионалы, да? Ну, правда, не было, да. На самом деле, что удобно, что я отметила, когда работаешь такого уровня звезды, они профессионалы такие, очень. Все происходит. То есть им не нужно долго объяснять, им не нужно как-то подавать информацию, а вот теперь так и плясать. Нет, у них четко задача стоит, и они ее делают. Были нюансы, конечно, то, что не работает с нашими ведущими, были нюансы, когда экстремальные вещи какие-то, они отказываются делать. С нашими ведущими это не проходит. То есть, если ты отказываешься это делать, ты должен отказываться в кадре. То есть, камера не выключается. Мы зрителю показываем, по какой причине ты отказался прыгать, есть, я не знаю, там, погружаться или еще что-то делать. То здесь, конечно, мы не заставляли это делать на камеру, скажем так. Тут были договоренности. Кстати, был вопрос, почему в списке ведущих «Орла и Решка» не было Беднякова в этом предновогоднем? Он просто не смог. У него графики не позволяли никак. То есть это не потому, что вы как-то не так расстались, а потому, что у него графики? Ни в коем случае. Да ну что вы, чего нам плохо расставаться с Андреем? Мы провели прекрасно сколько-то лет вместе. Нет, у Андрея очень загруженный график. Мы, ну, и звезду, и Андрея, и эфира «Орла и Решки» мы бы не объединили никогда в жизни. А, кстати, тоже было очень много вопросов, когда вернется Леся Никитюк? Леся Никитюк не вернется уже. Все, уже это окончательно. Ну, конечно, девочки, ну, так же, как и Регина, и Леся, ну, они же девочки, им хочется замуж, им хочется рожать детей, хочется заниматься собой. Они добрались благодаря Решке популярности, они сейчас востребованы. Конечно же, им уже не очень нужно летать, скажем так. Но я не очень расстраиваюсь, потому что они прекрасные, их дико люблю, они столько дали программе, ну правда, они знают об этом. Я им говорила, но у ведущего Решки, как сказать, срок годности есть. Ну, это просто невозможно так долго кататься. Кстати, вот есть вопрос, как считаете, возможно ли вообще найти альтернативу Тодоренко, учитывая, что она, наверное, была самая популярная ведущая в «Орле и Решке». Скажем так, Андрей тоже был долго в «Решке». Ну, из всех ведущих дольше всего были Андрей и Регина. И альтернативу мы искать не будем. Ну, понятное дело, Регина, она есть, Регина, она одна. Ну, как бы, будет другая девочка, которой надо будет пережить весь ад первого года, и потом она будет точно так же любима. Кстати, я так понимаю, когда в кругосветку взяли Регину и Лесю, была очень большая, ну, я так понимаю, была проблема с мальчиками-ведущими. Сейчас есть, чувствуется, вот если в процентном соотношении взять те визитки, которые вам присылают, кого больше, девочки или мальчики вам присылают? Да, больше присылают девочки, конечно, ну и мальчики тоже шлют. Почему такая проблема с мальчиками-ведущими? Понимаете, как бы так правильно сказать? Чтобы никого не обидеть. Это не проблема с мальчиками. Просто ведущие идут, ну, как бы так все-таки правильно сказать. Понимаете, хочется в «Орле и Решке», мне хочется такого вот бандита, ну да, чтобы он был сорвиголова, чтобы он там шел на то, на другое. Ну, в основном в телевизор идут более мягче мужчины, скажем так, парни. Поэтому не присылают вот таких, нет почему-то, я не знаю почему. Это же клевая профессия, даже значит, что какая-то она должна быть. Ну вот есть проблема с мужчинами у нас на экране. Да. Еще был такой вопрос, тоже интересно, какие-то необычные пункты в контракте с ведущими есть? Обязательно. А какие-то, можете рассказать? Может ли он отказаться от... Ну, наверное, не может. Нет, ведущий может отказаться не выходить на площадку только в случае болезни. Ну, все. Как я говорю, в случае смерти.
Даже болезнь бывает разная. То есть у нас девчонки, надо отдать им должное, болели, стемпературили, лихорадили и не только, и выходили на площадку работать. Ну, это по-другому. Складывается впечатление, что девочки ведущие более выносливы, чем мальчики, которые были в «Орле и Решке». Нет, ну нет, пацаны нормальные у нас, все хорошо. Просто вот последние девчонки-то как-то, мы просто кругосветку прошли, поэтому больше внимания уделялось. А еще хотелось бы услышать более подробно о сезоне «Моря и океана», о котором вы уже сказали, куда вы ищете все еще ведущих, что это будет? Есть какая-то концепция? Мы объездили, вот у нас есть основная линейка, так чтобы всем было понятно, есть основная линейка «Орел и Решка», которая была, входила в основную линейку, и «Кругосветка», и «Ад и рай». То есть мы называем сезоны, но это мы считаем основной линейкой. Что значит основная линейка? Именно в этой решке мы максимально пытаемся не повторять места. То есть находить новое, и все сложнее и сложнее находить, но мы пока стараемся это выдерживать. Есть перезагрузка, которая идет четко по, простите, идет четко по городам, в которых мы уже снимали. Для того, чтобы раскрыть, мы уже говорили об этом, что-то новое, что в этих городах появилось. Соответственно, изменились цены. Это в основном популярное направление, столицы или острова, но популярное для у наших туристов, у наших соотечественников. А вот эта основная линейка «Моря и океаны» хотелось нам сделать, почему? Потому что зима, нам всем хочется больше красоты, больше тепла, солнца, воды. И мы вот как раз думаем, что на этот зимний, то есть до лета период, как раз показать вот именно морские страны. Конечно, мы отдаем себе отчет, что большинство стран, ну мы не можем себе позволить поехать, потому что далекие уголки вообще, ну мы уже объездили все, что рядом, это будут далекие уголки, но зато они будут очень интересные. Ну мы никогда в жизнь туда, может, не попадем, но зато мы узнаем что-то больше, что-то интереснее. Так что это будет 20 выпусков, включая там летний еще месяц, будут вот эти вот моря и океаны. После него на осенний сезон мы хотим сделать дорожное приключение. Мы когда-то заявляли, мы очень хотели сделать, но по многим причинам у нас не получилось, Панамериканское шоссе не прерываясь. Мы пока эту идею не отбросили, но решили попробовать сейчас в следующем сезоне, осеннем 2018 года, сделать именно дорожное приключение. Почему? И сами по себе мы смотрим, что нам нравится, что бы нам хотелось. Ну и плюс мы смотрим, что популярно. На автомобилях по Европе очень часто наши ездят, и самой, например, я до сих пор никак не могу осуществить мечту по Америке проехаться на машине. То есть мы хотим сделать тот же уикенд, но у нас будет на машине. То есть один добирается, у кого бюджетный вариант, добирается на автобусах, на попутках, я не знаю, до определенной точки, а богатый, соответственно, на машине. Заодно мы так попробуем раскрыть немножко так, видоизменить формат, больше такого приключения добавить перед вот Панамерикой. То есть какие-то планы есть, потому что народ переживает, вроде как и шопинг, и кругосветка, уже все было, уже что показывать? Ну, пока мы еще фантазируем, еще фантазии пока хватает, но уже на исходе, конечно. А что касается местности, вот вопрос, как вы исследуете местность до съемок? Были ли у вас необычные гиды по стране? Может быть, местные украинцы помогают? Конечно. Очень. Мы постоянно обращаемся к местным. Почему? Потому что... Так как если бы у нас было много времени, много денег, да, мы бы, конечно же, могли выезжать заранее, искать локации, все их просмотреть, изучить город изнутри больше, чем просто по интернету. А так как этого времени нет у нас, мы обращаемся к локалам, так называемым. Это могут быть наши, это могут быть не наши на местах. В основном они везде есть, откликаются. Разные бывали случаи у нас с локалами. В основном все прекрасные люди. Но были нюансы. Один раз, я помню, даже не буду скрывать, я это расскажу. Один раз мы убегали,
когда прятали бутылку, локалы не хотели, они знали, что мы будем где-то прятать бутылку со 100 долларами, и они не хотят, ну как-то не уходят, не уходят. Мы уже так намекнули, как бы уже съемка закончилась, нам пора в отель. И они поняли, что мы будем прятать бутылку, и они нас, за нами следили. Ну, это правда, это кажется смешно. Вот я говорю, мне кажется, это смешно, дурная ситуация, но это была правда. Чтобы вы понимали, мы до 4 утра от них сбегали. Мы могли спрятать бутылку, потому что мы поняли, что они за нами, мы их увидели, под мостом мы шли, они стояли на мосту, и потом мы вот так вот ходили, пока они уже сами не устали за нами ходить. Вот, и тогда мы только спрятали эту бутылку. То есть такие бывают. Какие хитренькие. Да. Местная жительница. Ну, мы обычно с локалами прячем бутылку отдельно, ну, чтобы ну, они не видели. Угу. У них и так больше шансов, чем у всех остальных. Конечно.